Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией, мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами новым расширением, где мы будем зарабатывать на полном пассиве surfad.ru. Значит, здесь начнем зарабатывать тизеры в браузере, серфинг сайтов, бонус каждый час. Регистрация здесь наипростейшая. Я же войду в кабинет и покажу вам изнутри. Ну, здесь панель управления. Значит, нажимаем заработок или вот сюда тизеры в браузере. И устанавливаем расширение на Google Chrome и Яндекс. Пока. Опера и вот это в разработке еще. Значит, вот такое вот расширение, вот черный значочек такой. Кликаем на него. И вот наша здесь вся статистика. На данный момент у меня 10 копеек заработано уже. Здесь можно оставить галочки, показать уведомления о бонусе и показывать тизерную рекламу. Хотите — включайте, хотите — отключайте. Далее. Что еще, друзья? Идем в новости и читаем новости. Расширение браузера. Расширение браузера действует только для России и Украины. Далее. Сайт находится в тестовом режиме. Так. Возможны временные отключения. Засуетились боты и подбиратели паролей. Если будут временные отключения, так, отключение пароля, не беспокойтесь, как бы. Так, пользователь. Здесь у нас серфинг сайтов. Можно зарабатывать также. Вот по 4 копейки. Есть бонус раз в час. Так, бонус баннер. Так, бонус выдается каждые 60 минут. Сумма бонуса от копейки до 5 копеек. И читаем информацию, что для этого нужно. Так, здесь у нас вывод. Я прописала Pair кошелек. Минимальный вывод на Pair у меня 2 рубля. И работает на данный момент две платежные системы — Pair и Яндекс. WebMoney, как бы, я так понимаю, будет, ну, еще в разработке. А на Яндекс я смотрела от 1 рубля. Минимум 1 рубль. И рекламодатели. Здесь можно рекламировать свои проекты, серфинг сайтов. Значит, 100 просмотров к оплате 7 рублей. Ссылочка. Так, да, ссылочка, заголовок. Минимальный просмотр, сколько вы хотите. Здесь количество просмотров. Ну и будет уже автоматически подставляться сумма. Тизеры в браузере. Заголовок, текст, ссылочка. Минимум 1000 просмотров по 10 секунд. Это 20 рублей. Я считаю, это недорого. Бонус баннер. Также за 100 просмотров к оплате 6 рублей. Спецбаннер. За 50 просмотров к оплате 11 рублей. Так, это специальный. Так, контекстная реклама. Значит, за 1000 просмотров 2 рубля к оплате. Все виды рекламы. Здесь пока нет. Здесь мои заказы будут. И пополнить счет. Это для рекламодателей. Прежде чем рекламку закидывать, нужно пополнить счет на нужную сумму. Минимум 5 рублей. И партнеры. Здесь реферальная структура. Далее реферальные ссылочки идут. Реферальная ссылочка на главную страницу. Реферальная ссылочка на страницу регистрации. Ну и баннеры. Здесь также можно купить рефералов. Вот, пожалуйста, и цена. Здесь очень много людей. И пользователи уже 1814 человек. И вот смотрите, загорелся огонек. Идем обратно в новости. Что-то
нам новости кинули. Так, создание тизеров. Пользователи, пишите больше строк в текст. Описание для тизеров в браузере. Три фразы как-то не очень смотрится. Ну, так нам администратор написал. Далее. Кошелек можно указывать при регистрации, а можно вот здесь. Вот здесь, где ваш ID, наводим стрелочкой и опускаемся. Настройки аккаунта. И, пожалуйста, ваш, как бы, редактировать профиль. Будет ваш email. Прописывайте сюда свой кошелек. Изменить невозможно. Вот видим, да? Значит, кошелек нужно все-таки... Вот не знаю, я прописала при регистрации. Можно здесь прописывать кошелек или как? Далее. Здесь, смотрите, друзья, код протекции. Я ничего еще не отправляла. Здесь введите код протекции из письма. Здесь мы будем кликать, когда, я так понимаю, при выводе средств получить код протекции. Нам придет письмо на почту. Вот. Сюда мы введем этот код и сохраним. Вот. Ну, в принципе, я все такое основное рассказала вам. Здесь вот эту информацию тоже можно покликать, всю прочесть. У меня есть, конечно же, расширение. Вот здесь я недавно вывела. А, не недавно, я сегодня вывела. Даже сейчас вам покажу 100 рублей. Я все выкладываю в ВКонтакт. Как бы особо так и видео и не пишу. А на страничку ВКонтакте я все, как бы, выплаты выкладываю. Я вот сегодня вывела. Вот мой вывод. Смотрите, вот. Вот сегодня 100 рублей. 30.05. Так. TSR Fast. Вот с этого расширения я сегодня вот вывела 100 рублей. С этого вот расширения я тоже недавно выводила, буквально на днях, 100 рублей. У меня уже 41 рубль. Вот. Где оно? Сейчас и не найдешь, наверное. А вот я выводила. Да. Это я 27 числа вот я выводила. 3 дня назад, сегодня 30, 100 рублей я выводила. Вот. Вот это XTSR. Так что, надеюсь, это расширение нас также порадует. Будет работать, будем выводить. Ну и, конечно же, рекламить свои проекты. Я считаю, это недорого. Кому интересно, присоединяемся. Заработок на полном пассиве можно не рекламить, а просто вот работать и выводить. Всем удачи, больших заработков. Вывод, естественно, буду проверять, писать видео. До новых встреч!